Всем привет, меня зовут Дмитрий. Меня Александр. И мы находимся в клубе территории фитнес Люберцы. Сегодня мы вам показывать ничего не будем, будем рассказывать о том, что же такое гонка с препятствиями. За рубежом гонки с препятствиями проходят достаточно давно, но в России первый старт был дан в 2014 году, и это был проект «Гонка героев». Численность первых участников еле достигла 200 человек, но на сегодняшний день интерес к гонкам проявляют миллионы. На фоне общего роста интереса к спорту и здоровому образу жизни люди все чаще интересуются гонками с препятствиями. Если в 2014 году всего лишь была одна гонка, то сейчас уже насчитывается больше 10 проектов. Популярность гонок с препятствиями связана с тем, что они позволяют нам вырваться из четырех стен душного офиса, вернуться в детство, позволить себе все, что угодно. Прыгать в лужи, карабкаться на стены, ползать по земле, при этом получая бурю эмоций, море улыбок. Ну и плюс ко всему позволяют проверить себя на прочность. Если раньше в гонках с препятствиями участвовали по большей части любители, то сейчас все чаще начинают участвовать профессиональные спортсмены. Теперь проводятся масштабные турниры с отборочными этапами и суперфиналом, на которых помимо ценных призов победители получают квалификацию на чемпионат мира и Европы. И, кстати, наши ребята показывают отличные результаты на международных стартах. Перспективы гонки с препятствиями могут перерасти в профессиональные виды спорта. Учитывая это, появляются отдельные проекты по подготовке к гонкам с препятствиями. Тренировки проходят в фитнес-клубах и на открытых площадках. Присоединяйтесь к нам и станьте частью нашей команды. А с вами были сегодня Дмитрий и Александр. Увидимся на канале. Пока.